Всем привет! Мы сегодня будем открывать вот эту игру. У меня сегодня день рождения. Мне ее подарили в садике. Давай распечатывай. Покажешь, что там за игру тебе подарили. Вот такое. И тут карта. Я сейчас их достану. Так, это у нас конуса, да, какие-то? Ой. Вон, как в сторонку их откладываю. Так, вот настольная игра у нас запоминайка, да? Тренируем память, угадываем парные картинки и выигрываем фишки. Правила у нас игры, так, поместите одну из карточек внутрь игрового поля. Засеките 30 секунд и нужно постараться запомнить расположение всех картинок. Закрыть все поле фишками. Теперь наша задача найти две одинаковые картинки на поле, открыв две фишки. Если вы угадали, забираете фишки себе. Если вы открыли две разные картинки, возвращаете фишки на поле. Игроки ходят по очереди, выигрывают тот, у кого окажется больше количества фишек. Ну так-то все понятно. Так, у нас одно игровое поле, 6 карточек и 36 фишек. Вот тут еще можно их переворачивать. Ну да. Ну что, давайте. Ну, вроде неплохая, да, игра? Да, я хочу уже начать игру. Сначала будем. Так, ну-ка, что тут за карточки у нас? Алфавит. Сначала у нас будет алфавит. Алфавит, да? Есть цифры тут у нас. Все вставляем сюда алфавит. Фрукты, овощи у нас. Так, тут у нас тут предметы вот, всякие разные. Вот тут вот есть такие штучки, их надо вот так вот выдвигать, и карточку можно другую. Игрушки, рисунки, звери всякие, да? А, они еще с той стороны есть? О, так ничего. Ну все ясно вроде как. Так, давай показывать, что тут у нас. Вот надо их вот так вот вставлять и угадывать, какая цифра и буква. Тут еще цифры. Вот цифра 2, вот цифра 4, 3. Так. А я, кажется, уже все запомнила, где 5. Все запомнила? Вот тут 5 и тут 5. Так, нужно все фишечки поставить, вытащить карточку, запомнить, так, да? А потом достать те фишечки по очереди, потом достать те фишечки, чтобы одинаковые попались цифры. Или там какой-нибудь другой предмет. Пока-пока. Чего пока-пока? Играть не будем, что ли? Пока-пока. Сейчас я расставлю, а то у меня все валится здесь. Давай, расставляй. А расставлять я буду очень долго. Так, в нее можно играть несколько человек же, да? Ну что, давайте играть. Так. 5. Подожди, 1. подожди. Нужно вытащить. Поставь обратно. Нужно вытащить карточку на 30 секунд. Запомнить все картинки. И потом уже отгадывать. Карточку вытаскивай. Так.
Ну, карточку вытаскивай, которая вставлена у тебя. Не поняла, что ли? Вот. Вот, зачем? Карточку вытаскиваем. Зачем? Вытащи. Че, никак, что ли? Все вышло. Ну, а что ты ее вытащил? Ее нужно запомнить. Вот, запомнили ее. 30 секунд считаем, я считаю. Запоминай, где какая. Потом ее обратно вставляем. Ты все запомнила? Да. Полина, все запомнила? Вот обратно ее теперь вставляем. Закрывай ее, фиксируй.